Вы скажете, а что такого? Боже мой, слойки с колбасой, а нифига подобного. Во-первых, с авокадо, во-вторых, со строчателлой. В-третьих, положите сюда спаржу, она, правда, не запекается, еще не готова. Понятно, что не все слойки мы едим, да, а можно половинку. Половинку, даже не целую, половинку. Со спаржей, с брокколи запеченной. Я уже откусила кусочек. Естественно, это просто божественно. Я не солила. Соли хватает в строчателле. Хотя, казалось бы, она пресная, не пресная. Чуть-чуть соль там есть. И в самой тоже вот у меня в ветчине соли вполне достаточно. Но, боже. Это фантастика. Достаточно жирно за счет авокадо. Никаких здесь соусов нет. Мягко, сочно. Питательно, волшебно, воздушно. В общем, готовьте рецепт скоро, да? Единственное, наверное, я бы чуть-чуть добавила чего-нибудь сладенького, знаете. Или можно медом полить, или можно соусом бальзамическим. Да, вот здесь не додумалась. То есть, что-то сладенького хочется. Или можно вообще помидорки чуть-чуть посахарить. Будет просто идеально вообще.